вспоминать эти исторические дни. Уже пятый месяц каждый из нас в холоде, на улице, в нелегких условиях сражается и отстаивает одно, очень простое, свое достоинство, свое будущее, свою честь, свою честь. Они сегодня думают, что расправятся с каждым из нас. Они могут, конечно, нас физически выкинуть из страны, но они никогда не выкинут нашу совесть, достоинство, наше будущее и нашу храбрость. Украина обязательно победит. Что мы получили взамен? 17 октября мы все дружно с вами собрались, и мы требовали того, что много стран, соседних в том числе стран, достигло 200, 300, 100, 20 или 10 лет назад. Свободную, достойную жизнь, справедливые суды, справедливые выборы, ликвидацию неприкосновенных в любом государственном институте. И что мы получили? Мы получили уголовные дела, мы получили депортацию с мешками на голове, мы получили унижение, мы получили цинизм с Мальдив, и мы получили фотографии наших героев, которых они прилепили никчемным, уродливым конструкциям и ими прикрываются. Они прикрываются нашими с вами героями, которые 4 года назад отдали свою жизнь в этом месте, в центре Киева, за счастливое будущее своих детей, своих родных, своих друзей, простых украинцев. Дорогие украинцы, у нас всех был шанс стать частью системы клептократов. У нас всех был шанс стать миллионерами. Но мы выбрали с вами честь и достоинство. И никто его у нас не заберет. Ни Петр Порошенко, ни Ринат Ахметов, и никто другой. Мы с вами обязательно восстановим справедливость. Вы видите, олигархия не работает. Ни одной коммерческой рекламы, ни одного коммерческого ролика не было на телевидении. Но мы все равно собрались и будем собираться, пока мы добьемся одного – полной победы украинского народа. Кому принадлежит эта страна? Вам принадлежит эта страна? Кто должен строить эту страну? Вы должны строить эту страну. И мы не дадим им, мародерам, украсть вашу победу еще один раз. Мне задают много вопросов. Кто будет лидером руха новых сил после ссылки Саакашвили? Им останется Миша. И он останется таким же патриотом и рядовым солдатом Украины, каким он являлся много-много лет. И с Европы, и в Украине, и с Грузии, и с Азии. И с Америки, на всех фронтах, до полной победы. Слава Украине!